Там какой-то мужчина на берегу сидит. Океан! Мужчина, вы что тут сидите? Это главный вход в наш отель. Первый отель. Palm Beach Hotel. Игорь! Ты что хотел сказать про эти фигурки? Игорь! Про эти фигурки что хотел сказать? Ну тут видишь это, вот руки нет, тут вот вторая рука, меч, наверное, был. Потому что там меч от него, ну, видишь? Это на Сарасвати не похоже? Вот руки и гарда одна, меча нет. Входит два человека с мечами или с факелами. На входе? Ну вон черные. Вот ресепшн. Это символ Бали. I take it to hotel. Okay. Close. Квест. Квест. Yes. Мужчина, вы куда? Мужчина, я все вам прощу. Thank you. Bye-bye. Игорь проверяет на коцике машину. Ну, я вот так обойду. У меня камера. На камеру зафиксирует все. Только выехали с парковки. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо, не сбей. Идут прям как мы вчера. Угу. Не боятся ничего. Торговый центр. Это он? Липа-молл, да. Пути. Проезжаем. Сколько времени? 9:00 9 утра и пробок нету пока. Пробок Х. Здесь пробка была вчера. Вот мы сейчас ее преодолели. Часа в 2, в 3. Вот этот дебильный перекресток. Я, мне кажется, его днем не проеду, вообще непонятно. Ой-ой, да нахрен, куда ты едешь? Дай ему камеру и по башке. Вот где здесь кто главная дорога? Да какая разница, кто проехал, тот и главный. Я еду и все, а как я еду, я вообще даже не понимаю. На восток мы направляемся. А, на юг. Навигатор, определись, куда мы. Воду надо всегда с собой брать. Тут очень душно, очень жарко. Открытый сделал, наверное. Ну да, но надо же что-то говорить, когда едешь. Главное всегда ехать по встречке. По-нашему. По нашей встрече. Ну, тогда точно не нарушим никакие правила. Что это за мужчина стоит задом? Не знаю, пилотки. В военной форме. Да. Это аэропорт. Точно. Гурарай. А что они едут неправильно? Как мы можем ехать в одну сторону по двигателю? Неправильное движение в одну сторону. Я думала, они нарушают. Меня за руль сажать нельзя точно. А почему все на красный поехали? Да, может быть, здесь на зеленый надо стоять, а на красный... Сними вот эти машины. Да я сняла их уже.
поворачиваюсь и смещаюсь влево. А слева меня отгоняет какой-то хер, да? Я его пиздец. Жесть вообще. Покруче всяких аттракционов. Какая-то. Смотри, вдалеке какой-то обелиск гигантский стоит. Будда там или кто, не знаю. Видишь вдалеке? Будда. Вон, здорово. Успели под стрелку. Не знаю, куда, но походу сюда. Продолжайте движение. Со всех сторон. Баба так же видит, какая-то европейка. Обгоняет с двух сторон. Главное, нам оленями не стать тут, блин. Корова. Ну, корова такая. Забавная. Уже не здесь, как корова. Ну и... Ой-ой, дырки! В асфальте. Ну и что? Что мы вытворяем тут? Какой пляж? Первый пляж. Какой? Первый, который ты. Пантай, Тигал, Ванги. Или как он? Как это произносится? Через 300 метров ваше место назначения будет слева. Справа или слева? Игорь, я завтра уже не сяду в эту машину. Почему? Да ничего, блин, почему? Почему? Чего и почему? Такое движение. Надо было на один день тогда брать. Маврики отдыхает. Смотри, какие обезьянки. Дракончики. Дракончики, да. Видишь, у нее ноги как руки. Руки как ноги. Сняла меня с этим вот? Ну да, камера включена. Она не может страшный на вид, а так хороший. Добрый. Это храм, наверное, тоже какой-то. Мама, мы вообще-то здесь очко. На пляж приехали. Где же пляж? Все, все, не ходи туда. Нофиш. Обратно ехать так же. Блин, дорога на одну машину только. Куда-то темп платить. Он бесплатно проехал. Да он работает здесь. Dreamland. Минут назад было тихо.
дождик небольшой. Дождик. Дождик, да. Вот я. Дождик шел 10 минут ровно. Он, в принципе, сейчас капает. О, Ганеша. Hello. Good morning. Какая-то речка вонючка опять. Так, все, пришли на пляж мечты. Игорь, здесь чистый пляж. Посмотри, как чистый. Пойду ножки помочу, что зря пришли, что ли? Скульптура? Нет, это росло дерево, корни отплетали камни, и потом, когда я вырвал ураганом или цунами, чем-то, не знаю, корень оторвало, а камни так и остались внутри. Прикольно, да? На божество вот, похоже, вот, да? Камни. Как будто с глазами чудовище. Ну да, прикольно. Заберем с собой как сувенир? Я хотел взять, но тяжелый. Самолет не будет. Местные плюмутроки разбежали. Я не знаю, что делать. Охренеть. Одна машина есть. Это какой-то бич. Вообще дойду? Yes. Паркинг на фронт. Это дорожка к пляжу. Вот. Я тоже видео снимаю, как мы идем. Я сейчас развернусь. Индийский океан. Ступеньки очень крутые. Что за ценники на еду? Вот туда посмотри. Там еще круче. Тебе вот тот пляж ничего не напоминает с красными зонтиками, синими лежаками. Мы там были. Да. Я же сказал, этот пляж рядом, но нам круг надо будет в объезд сделать. Сколько мы ехали? Час, да? Нет, мы где-то ехали полчаса. Плюс на заправку заезжали. А так-то 500 метров отсюда всего пляж. Ну, может, километр. То есть, чтобы километр по берегу пройти, мы 30 объехали. Здесь водоросли. Съедобные водоросли. Зеленые. Проголодался? Поел. Поплавал? Здесь есть поел. Вот покурить. Есть покурить что? Что поесть и что покурить? Там риф и волна разбивается, а сюда уже слабая такая. А там, где были на предыдущем пляже, вон на том справа, там волна ты прямо на берег ее. Первый пляж. Второй пляж. Пантай Тигал. Пантал Дримленд были. Вон он там. Ага. И сейчас мы на Бенгин, не знаю. Бенгин бич. Пропускаем вот этот тогда, потому что не успеем. А это у нас... Название не вижу. Темпл. Улубату, по-моему.
храм. Сейчас тогда в храм лезем. Сколько показывает? 15 минут до Улуватра. 6,5 километра, 15 минут. Я зашла на территорию какого-то отеля. Тут бассейн. Он должен остаться. К месту назначения. Спасибо. Проехать. Прибыли. И где это? И где? Байк 1000, кар 2000, понятно. Автобус 10 тысяч. Is there parking? Yes? Еще 150. 300 рублей? Всего 300 рублей. За все. А, вон написано. Блин, информацию. Сниму. Такие билеты. 30 тысяч рублей. Ой, сори, сори. Игорь, Игорь в саронку одевают. Господи боже мой. Такое чудище перед входом. Пойдешь туда? Обратно к обезьяне идем. Там еще выше подниматься надо. Игорь, повернись. Злая-злая обезьяна что-то ест. Она очки у кого-то утащила. Вот эти вот служители, монахи, они, короче, отдали ей орехи, чтобы она очки бросила. Очки бросила, да. Она орехи взяла и убегала с ней. Можно с вами постоять? Биг Мэн. Это какой-то монах. Потом посмотрю в интернете. Две тысячи оборотов – это 50 километров в час. 4000 оборотов – сотня. 6000 оборотов. Блядь, коробка какая-то эта. Лесной движок очень маленький. Первый раз так быстро едет. Низкая скорость. О-о. А что виляет девочка? Едет, виляет.
по всей дороге. Звук записывает, да? Да. Ну я могу запикать. Обгоним девочку во встречке. Ну нет, 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 в гору поднимается. Ну девочка тоже разогналась уже. Девочка тоже по часам видно. Как хорошо, когда быстро. И когда такие широкие дороги. Здесь все пляжи платные, такие более-менее нормальные. Сколько? Что надо? How many persons? How many? 20. Persons? 20. Two persons. 25. 35? Yes. 30. One person 15, include parking 5,000. How much 35. Should 35. I pay? 35. 35. Да, я посмотрю билет. 20. 30. 5. Thank you, friend. Hey? 35. 15, 15, тут еще какая-то фигня. Вот и пляж. Какой-то он странный заливчик. На той стороне тоже пляж. Тоже мусор. 30 тысяч рупий сноса. Два билета по 30. Просто подпор воды должен быть, чтобы вышибало. И деваться некуда. Все, о, все, пошло, пошло. Нет. Не дошло? Лажа, короче, за 300 рублей. Нет, волна должна была, волна сантиметров на 30 хотя бы побольше. Во, пошло, пошло, пошло. Во. Если волна была чуть побольше, сейчас бы фонтан, наверное, метров 20 высоту бил бы. Can I pay cash? Сколько? How much? 20. 20? 20. Опа!